депрессию навевает. О, и виселица. Ну да, никакой депрессии. Ноль депрессий. Сколько депрессий? Ноль. Depression отмination сегодня. У чувака ноги не растут. Весь рост в руки ушел. И в большую голову. Дорогие друзья, привет. Меня зовут Кирилл. Вы на моем YouTube-канале. Сегодня мы проходим игрушку под названием Little Nightmare. Это маленькие кошмары. Часть 1. Игрушка. Топовая игрушка, крутая, когда-то пытался пройти, не получилось, и просто обалденная игрушка. Позиционирует себя тем, что необходимо додумать сюжет, мне кажется, самому, потому что никто никогда тебе не расскажет всех тайн, которые скрывает игра. Поэтому вместе с вами мы разберемся. Наливайте чаёку, поехали. Нас встречает какая-то гейша, да? Какая-то японская женщина или манекен. Не, она поворачивается, она живая. Вот, а вот и главный наш герой. Это маленькая девочка в желтом капюшоне. Наверное, каждый видел картинки, каждый видел прохождение, каждый играл в нее уже, наверное. Но каждый — это не я. Греха таить не буду. На своем первом YouTube-канале я проходил эту игру. Я больше парился со звуком. Это было целый год назад, а мы готовимся к выходу третьей части. Поэтому... Так. Какие-то у нас эти чувачки маленькие бегают. Во-первых, управление. Почему меня никто не учит управлению? Я просто иду. Я знаю, что есть присед на L2 почему-то. На R2 у нас предметы поднимать. И я застрял. А есть фонарик. Смотри, не застрял. Как темно, капец. Вы что? Это что это? Покажите кнопки взаимодействия-то. Чё-то толкаю куда-то. Зачем? Отпусти. Мне кажется, зря я сюда зашел, да? Ладно, пойдем обратно. Я знаю, что в этой игре есть сюжет. И он просто настолько обалденный, что люди просто от этой игрушки писаются от счастья кипятком, от того, что она есть, то, что она существует. Дарила много эмоций разным ютуберам, стримерам и так далее. Так, используй зажигалку на Б. Так бы сразу и сказал, ну. Так бы сразу и сказали. Еще есть бег. Я как-то сейчас быстро бежал. Ага. Графоний на ультрах, графоний прекрасно. Это, наверное, чекпоинт какой-то, да? Так, возьми, открой дверь. Да, все-таки это правда. Так, прозаходим. Нас просто кидают в кучу событий, да? Нам ничего не объясняют, где, кого, зачем, почему. Сами разберемся, да? Надеюсь, игрушка будет без спойлеров, по крайней мере, со стороны комментаторов. Но все-таки посмотрим. Зачем? Вы представьте, игра, которая просто начинается с тех, что проснулась маленькая девочка от какого-то кошмара. И все. И ты в каком-то городе. Какой-то космический корабль или что это такое. Красотища-то, а. В игрушку чуть погромче сделаем. Она на всю. О, секундочку, давай здесь прибавим с тобой. Ну-ка. Если что, уже там дальше убавим по ходу дела, да? Да, громковато. Да, когда-нибудь дядь Кирилл научится разбираться со звуками. Но не сегодня. Так, дверь. Не откроется, да? Почему я босиком? Почему я вообще маленькая девочка? Почему я в желтом капюшоне, не в красном, не в зеленом, не в пурпурном? Чё-то взял. Это, кстати, та, которая нас пугала все это время. Для чего я взял это? Без понятия. Пойдем, несем. Пока есть Ладно. Не-не-не, погляди, смотри. Там внизу знак. Она просто, эта фигурка сильно выделялась на фоне всего. Ага. Наверное, сейчас еще... Какие-то звуки, вибрация джойстика меня еще, конечно, раздражает. Давай ее отключим. Можно ли отключить управление? Так, клавиатура. Ага, я понял. То есть никак, да? Ну и ладно. А, тут чувак висит. Чувак, не кисни. Зависни. Или это манекен какой-то? Так, тут что? Я понял. Смотри, это первая загадка. Я вижу ручку, вижу табуретку. Да, ну, в принципе, очевидно. Ну, звуки вообще шикарные. Опа. К
Кстати, Little Nightmare — это первый видеоролик, на котором на моем YouTube-канале собрал какое-то количество вообще просмотров. Я вам сейчас покажу, как это было. Это было вот так. Да, ты кто? Ну, чел не выглядит злым. У него пирамида на голове. Какой-то конус. То есть понимаешь, да, насколько это было кринжово, что 33 тысячи просмотров на вообще с куста. Это было год назад. Перепрохожу для того, чтобы просто, во-первых, YouTube-канал новый. В этой игре скримеры есть? Там какой-то этот бегает, что это такое? Марио забежал туда, я не могу... Я могу сюда забраться, серьезно? Для чего? Мне же наверх вроде надо, да, я так думаю. Привет, чувак! Я бы только что укусил? Чувак! За что тебя так? Подожди, я его реально укусил или что? Или я поцеловал его? Зачем я вообще сюда? Только не говори, что ты будешь за мной ходить как зомби. В натуре, прикинь. Я, получается, его кусанул, теперь заразился. Не, не пойдет, да? Чувак, пошли со мной, ты же мой друг. Ну хрен с ним. Одного не понял, это какие-то ботинки лежат, что ли? Ботинки, туалет. Графоний, кстати, шикарный. Графоний шикарный, поэтому, друзья, пожалуйста, ставьте лайки. Это враг? Я не знаю, как бегать быстрее. Давай глянем. Потому что тут я видел, что я как-то ускорялся сейчас. Бежать на X, окей. На, все, вижу. Почему я босиком? Там столько ботинок, потому что моего размера ничего нет, кстати, надо бежать. Это, походу, злые. Это какие-то пиявки. Пиявки, отвалите! Огонь. Что-то открыл. Зачем я укусил пацана и не пошел за... А он не пошел за мной. Что за бред? Ага, ну понятно, спасибо. А? Сейчас на самом деле все по наитию понятно. Итак, куда, чего, зачем, почему, ну непонятно. Вот еще один чувак. Я какой-то слизи. Они боятся света. Они ничего не боятся. Нет, 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 нет. Меня выпили. Понял, принял, хорошо. Прекрасно, прекрасно. Меня только что выпили, съели. Надо было бежать, да? Давай щемать. Чё ж там? Вообще ничего не видать, а, пацан, не надо. Да прыгни. Все, они сюда не пойдут, да? Да, они ж тупые. Красота. Это сохранение, реально, тут сохранение через эти сделано, как в старых добрых. Атмосфера пока невероятная. Мне пока атмосфера прям очень нравится. А! Чего пугаете-то? Кстати, я так и не понял, для какой-то ачивки чувака вот этого мог взять или что? Допрыгни, хорошо. Куда-то бегу. Ой, стой. Где я? Смотри-ка, куда-то идем с тобой. Что-то крутим. Что-то крутим только что, зачем? А, я дверь таким образом открыл. Беги быстрее! О, нифига, успел. А, нет, прищемило. Походу, в момент прыжка мне там головку... Ха! Проснулся. Так, погоди. Ладно, в принципе, я там должен был успевать однозначно, раз это существует, верно? А, меня только решили бегу изучить. Давай, 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 давай! Хорошо. Короче, кто не знает. Я маленькая девочка в желтом капюшоне, которая расфорсилась по всему интернету в свое время. Которая создала даже мобильную игрушку.
Я появилась в мобильной игре, да, если что, кто не знал. О, чувак! Зачем они мне? Мария, могу за ним дойти? Ой, а я мог и наверх пойти. Подожди-ка. Что наверху? А ничего, да? Ну и ладно. Ай! Вот. И с сюжетом в этой игре проблема. Потому что, как мы поняли, как если почитать, то там... Там есть как... Какой-то глаз. Всевидящее око, типа. Смотри, как предусмотрительно мне этот связали эти простыня, чтобы я чисто поднялся. Вот, и сюжет в этой игре такой, что никто не знает, какой он. Ты сам додумайся. Поэтому мы с вами будем додумываться. Тем более, скоро выходит третья часть. Она выходит в этом году, поэтому надо это... Да, это сохраняшки. Прикинь, сохраняшки, как старые добрые. Ой, мышка размером с меня, смотри, какая крыса. Фу. Это крыса залезла в туалет только что. Так, ну тут электричество, мне это не нравится. Я вижу провод какой-то. Ну почему бы и не пройти, да? А! А, это смерть! Мгновенная! А, больно. Понял. Так, ну смотри, я помер только что. А, вон, рычаг вижу. Окей. Могу толкать? Могу. Я видел, что здесь иногда какие-то типа а-ля манюсенькие такие скримерки будут, поэтому не пугаемся. Она еще и с таймером, серьезно? Проходи давай. Темень невероятная. Там такой таймер, что у меня хватит времени, мне кажется, 300 раз это все сделать. Какая-то детская. Нет! Серьезно, да? Серьезно? Я должен был еще сюда успеть. Ну, в принципе, это было очевидно, потому что таймер тебе невероятно долгий. Если там мне дали прям секунду в секунду, чтобы я добежал. А, ну все, ладно, тут и есть выход. Окей. Сейчас пройдем второй раз. В принципе, я могу сдохнуть по-шустрому. Опа. Да я даже не понимаю, где я нахожусь. То есть, чтобы вы понимали, я просто... Просто где-то. Где-то, где туалет, детская комната, какое-то всевидящее око. И вот нам никто не объяснит, что это такое. Серьезная игра. Объясни сначала. Эта игрушка просто дает нам какой-то сюжет. Какое-то место, где мы будем находиться. Смотри, три комнаты. У нас есть четыре двери, да? Пять дверей. Шесть. Семь. И мы даже не знаем, что там находится. Серьезно? Так. Это что-то странное, да? Опачки! Подожди, смотри, тут такие же, как я. Это что, это что-то о чем-то говорит, да? Если я попадусь на глаз, во-первых, я помру. А-а-а! Я превратился в камень. Понял. Что за глаз медузы Горгоны? Что это такое? Я не понял. А почему здесь такие же, как я? Почему здесь такие же, как я? Понял. Сейчас разберемся. Сейчас совсем разберемся. Иногда то, что я кричу, извините, пожалуйста. То есть таких, как я, много, или это я же? О, тихо. Окей. Все, пощемали, бабонька, давай. О! Надо сохраниться для начала. Смотри, а глаз-то на самом деле тупой. А как подняться-то?
Как подняться? Так, ладно, вижу. А туда я хочу к этому пацаненку. Смотри, сидит в клетке. Разбегу. С другой стороны, я понял. Для чего эти пацаны вообще мне нужны? Почему они от меня отличаются? Почему они уже похожи на камень, кстати? Как будто глаз уже их залутал. Я не знаю, как это назвать даже. Смотри, первый соперник был только что. Кнопки управления неудобны для меня. Поменять никак нельзя. У чувака ноги не растут. Весь рост в руки ушел. И в большую голову. Смотри, тут реально дети. А это как нянька, да? Нянька пришел. А ты че такой красивый-то, а? В качалке день ног пропускал, вот и... Беги. Смотри, тут реально просто дети. Я не могу запрыгнуть, смотри, не дает. Смотри, могу сейчас просто представить, что здесь какие-то монстры, которые едят детей. Или растят из них таких же мутантов. Черт его знает. Это вот что такое? Ящик двигай, да? Ну ты возьми ящик, давай подвигаем с тобой. Понял. С другой стороны, что ли? А что делать-то? Она просто туда заглядывает, ты прикинь? Чему я босиком-то? О, кстати, фонарик еще включается на другой. Окей, огонь. Так, наверное, надо там что-то взять, да? А, вот ящики. Ну, возьми что-нибудь. Уже больше ко мне не придет, я надеюсь. Да, смотри, они двигаются. Почему они так похожи на меня? Только они ростом больше, посмотри. А, так вот же, елки-палки. Да, говорю, по наитию все знаю, но не все, да? Ага. Класс. Блин, такая атмосфера приятная, мне прям нравится. Прям прикольно. Такая, знаешь, она немножко безвыходная, безысходная такая. Прям вся, фу, прям тяжело, как будто сейчас будет плохо. Как будто я уже заведомо проиграл. Как будто у меня даже выбора нет. Смотри, мышки. Ой, я проголодалась, походу. Куш-то охота, наверное. Это плохой, кстати, звоночек. Тут что? Ой, ей прям плохо, ты погляди. Может, крысу заточим? Так, найти надо какую-то сосиску в тесте, там, не знаю. Колбасочку найти, наверное. Ой, не, прям совсем плохо, смотри. Прям очень плохо. Чего, не давай, живи. Живи, родная. О! Там в столовой ребенок кушает, смотри, какую-то гадость. Поделись, пожалуйста, поделись. Поделись мяском. Или что это? Какой-то кусок хлеба. Смотри, они добрые. По крайней мере, в детях, наверное, опасности у нас нету, да? Чувствую себя сейчас замечательно. Эй, спасибо, друг. Спасибо, родной. Родная. Родной, я поэтому родной. Ха. Спасибо! Смотри, а он какой-то грустный, депрессивный. Игрушка депрессию навевает. О, и виселица. Ну да, никакой депрессии. Ноль депрессии. Сколько депрессий? Ноль. Depression от Mination сегодня. Как бы, да, и столовой сразу этот. Душ. Ты только что поела, почему у тебя до сих пор живот урчит? Или это не живот?
Так. Он стоит прям здесь не просто так. Да, я вижу зачем. Ну, потащили. Такая маленькая, такая сильная, кстати, все равно. Знаешь, это как кошака тапком ударить. Вот, допустим, ударишь ты кошку тапком. Это по отношению к человеку, это как будто в тебя кинули кресло. А я ниже этого ящика. Он железный, у меня вон ноги спички. Как я это? Где-то наверху, да? Ну, пойдем. То есть, как она вообще его дотащила, я без понятия. Ой, это ж как в Assassin's Creed. Паркур. Паркурмен. Кто я такая? Зачем я сюда иду? Да объясните мне, пожалуйста. Я фанат додумывать сам, но потом сидишь грустный, как дурачок такой, знаешь, как, ты чувствуешь, когда прошел какую-то игру и ничего не понял. Ну, грустно. И еще, как правило, в таких играх сюжет не заканчивается. Потом сиди и жди. Чего? А, я сломалась! Ай, сломалась ноги, ноги сломалась. Сломались ноги. Упал. И далеко-то как, зачем? Почему давно не было сохраняшек вот этих вот? Либо я все пропустил, либо их действительно не было. Зачем я... А. Что-то она хочет все подряд взять и перетащить куда-то. Куда ты? Я посмотрел, сколько я прошел по времени. 22 минуты. Извини, пожалуйста, за то, что ты приходится это смотреть. Это боль. Это боль со стороны дяди Кирилла. Дед Кирилл не должен так себе позволять такого себе. Дед Кирилл вообще, он это, штурвал потерял. Бьется обо все подряд. На самом деле, в таких платформерах самое сложное — это управление. Иногда она... Ну, камера меняется. Нажимаешь бежать прямо, ох, херака, он уже вниз бежит. Ну и ладно. Ну и ладно, как-нибудь это мы с тобой переживем, верно? Верно. Куда там действительно надо было, я так и не понял. Видишь, я бежал туда, камера поменяла свой вид, и поэтому я шмякнулся. Смотри, здесь однозначно я иду сейчас пока что правильно, да? Вообще-то я сохранение здесь зажег. А почему тогда я этот... Оп. А, серьезно? Я случайно вообще нажал. Ну ладно. Ну и ладно. Ну и хорошо. Я уже, наверное, пропустил много чего, да? Так, тут есть лестница какая-то. Хорошо, что хоть не шмякнулось. Я ведь мог дальше, да, идти? Почему здесь эта лестница есть? Она же здесь не просто так существует. На самом деле, я обалдею, если просто так, ну. Почему два рычага? Это лифт какой-то. Понял. Тихо! Я запутался, еще и падаю. Подожди, а как нам? Как нам быть? Я понял, что он на ту сторону. Наверное, надо нажать его, да? И побежать успеть, прыгнуть. Давай, беги! Нет, нет, стой! Понял, как-то я медленно это сделал, да? Тут немножко управление неудобное. Оно интуитивно понятное, да, оно классное, но... Мне пока что почему-то это, дискомфортно. Но это моя проблема. Из-за того, что ты это смотришь, это еще и наша с тобой проблема. А, почему у меня такие руки кривые? Опа! Кайф. Я бы сейчас обалдел из себя, просто промахнулся. Камни вниз, крыши дома твоего. А... Ну нет! А, ну да. Я только что, знаешь, это вот эмоция, когда полсекунды расстроился и обрадовался. Думал, надо было его выше поднимать. Но опять какое-то электричество.
Даже так? Стой, стой, стой. Тут видишь, одна и та же кнопка отвечает за все действия. И когда я хочу на что-то запрыгнуть, это приводит к тому, что... Что мне... Это закрытый. А как мне быть? Ага, огонь. Огонь. Пепельница, смотри. Стой! Спасибо, что послушалась. Давайте ее как-нибудь называть. Давай будем называть ее. Лучше всего, наверное, придумать в комментариях, да, как мы ее назовем. Опа. Почему так темно? Только что была нормальная атмосфера, а теперь депрессуха и страшно. Так, это надо раскинуть туда, да? Для чего? Спасибо, игра, но не сегодня. Не сегодня. Опа! Друг, привет! Куда побежал? А для чего? А, это спуск, я понял. Мы сейчас отключили электричество, теперь можем пройти туда. Да как это я вешу больше, чем вот этот ящик? Да что такое? Это неправда. Ой. Чем пугает? Кстати, вот... Опять эти дурацкие пиявки. Тихо, 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 друзья. Я и так маленькая. Я понял. Спасибо, спасибо, спасибо. Какой же я рукопопый пацанчик, да, вообще жесть. Я бежал-то прямо, ну. Камера чуть поменяла обзор, все, я убежал, а сейчас без балки с этой дурацкой. Ну, смотри, вроде прямо же бегу. Смотри, хорошо мансую. Смотри, камера меняется. Оп, и я опять чуть не свалился. Кстати, без геймпада эту игрушку, по-моему, практически невероятно играть. Хотя я не пробовал. Играю на геймпаде. Геймпад от MSI. Так, опять глаз. Мы на корабле! Я понял! Мы на каком-то корабле с вами. Потому что ты видел этот? Вот так вот было. Вот так вот, вот так вот. Все, смотри, сюжетик разгадан. Мы с вами на корабле. Не успею, да? Не успею, ладно, посидим. Так, объясните, как мне успеть? Как мне успеть? Простите, пожалуйста. Да, это сейчас будет неприкольно. Давай, давай, давай. Нет, не успел. Сложно? Блин, я на самом деле очень надеюсь, что вы не слышите, как геймпад вибрирует. Я очень на это надеюсь, потому что микрофон у меня супер-пупер новый, навороченный. Очень брутальный, крутой. О, ебой. Короче, микрофон должен быть, по идее, крутым. Не знаю, пишите свое мнение. Послушаем, поинтересуемся. Ну как я должен был успеть? Давай. Хорошо, что это глаз, а не ухо. Потому что он бы меня явно услышал. Беги, 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 беги! Ё-моё!
Я мог, да, упасть? Зачем спрашивал? Ну, еще и дверь закрылась. Ты погляди, на самом-то деле, да? Вот смотри. Сейчас мы с тобой, да? Видишь вот эту дырку? Она явно больше, чем я. То есть формально я как крыса, я могу везде пролезть. Я как слизняк. Меня не остановишь. Друганы, привет! Я так и не понял, друзья это или враги. Кстати, это первая эта локация, по-моему, пройдена у нас с вами только что. Сопровождение музыкальное прекрасное. Игрушка навевает грусть просто невероятную. Почему здесь две дороги? Что это было? Куда идти-то? Давай сюда сходим. Блин, или нет, давай пойдем наверх. Зачем я в помойку пришел? А мне что ли? Я как будто играю в игрушку с открытым миром. Куда хочешь, туда и иди. Наверное, надо все-таки туда сходить, посмотреть, что там. Вернись, пожалуйста. Да, пойдем посмотрим наверху, и там уже, походу, сейчас решим. Говорю, играл, не помню, было год назад. Проскочил что-то там для Ютуба. Пару-тройку серий, да, и все. Помню, что кайфовал невероятно. А не помню зачем. Честно, я сейчас немножко не понял. А как это? А зачем это все? В общем, друзья, давайте пока прекратим прохождение данной серии и увидимся с вами в следующей. Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях, это очень важно. Всех люблю, всех целую, всем пока, увидимся в следующей серии.